Ну что, друзья, мы в нашем классном номере, в классном отеле. Сейчас будем выезжать в наше последнее сафари. И смотрите, у нас здесь друг, вот реально. Он уже здесь сидел. Может, я уже в шорте показала, уже теперь здесь сидит. Но это просто дружбанище. Синими яйцами, кстати. Отходит, потом приходит, дергает карабин. Не уверена, так можно ли открыть дверь. И такой, девчонки, я с вами. Слушай, ну прелесть вообще. Это просто класс. Ну вот такой, он не уходит абсолютно. Я с ним уже игралась, знаете, как с котиком. И всегда коты были в доме. Я прятала за шторы, выскакивала, мы с ним игрались. Вот. Достоинство просто, оно через решетку плохо видно, но трошки мы с вами побачили, чуть-чуть увидели. Клыки такие показывают свои. Ну вот такая обезьянка, не знаю, какая-то порода, макака что ли. Живет у нас просто вот, не знаю, ну, можно сказать, живет с нами. Красавчик, красавчик. Ну все, мы поехали на сафари, может, приедем там, я не знаю, где там, кого-то хлебушка с ужина принесем. Ага. Тогда его отсюда не от это не отвадишь. Красавчик. Я здесь посижу. А как он червяка съел или что? Боже, вот такой червяк полз по этому столбу, подпрыгнул, Или схватил, гусеницы. разломал его, будто это такой червяк, знаете, как эти вот мишки такие. Мышки, да. Желейные конфетки разломал, съел, потом сидит И так зубов, пальчиком себе, знаешь, запихивает в зубах кусочек. ковыряется такой, ну, девчонки, так себе червяк. То есть он не голодный уже. Все, малыш, давай, поехали мы на сафари. Казалось бы, вышла из домика, а тут обезьянка умная, водичку пьет. Но просто отсюда пила водичку. Умные животные. Вот у нас, например, сафари в отеле с обезьянами. А ну, чуть ближе подойдем или спугнем. Наташу жду, Наташа собирается. Ну, жарко животному, вот и нашла вариант. Масятка. Сейчас давайте обойдем. О, вот еще внизу маленькая. Тоже пить захотела. Ладно, не будем им мешать. Ждем Наташу, выходим на сафари. О, Ага, всем привет! это фемя. Сомалийский Да. страус. Наконец-то мы его увидели. Это самка, леди. Вот такая она такого цвета. Смотри, как это сушит. О, посмотри, он какой-то синий лапы у него, А чешуй вот ему это вот падают. такой Мальчик. мужчина, мальчик. Мужчина. Сомалийский страус. Как раз мы хотели его увидеть, думали, увидим его в Самбуру, но вот повезло, что сейчас его увидели. Честно, думали, уже не увидим. Ага. Просто выехали возле отеля. Отъехали 100 метров. Да не больше. Ну, не больше километра, может, ладно. Больше. Ну, нолик туда, нолик сюда, не Трындела грязный сюда. трошки. Да И не, не грязный. сразу видим Боже, какой он такого красивый, красавца. слушай. А то, что мы видели в Найроби, да, они не такие, Они какие другие есть. были. Не сомалийские, найробские, наверное. Боже, какие красивые. Вот целапа. Да, это как-то он так смешно голову, так прям шею, ниже колен. Я так не смогу. А может, к девочке ближе подъехать? Она боится или как? Окей. А? Стив, please, can we go close to female? Ну, Yes. поехали с нами. Сейчас поедем, нас потрясет чуть-чуть. Смотрите, какая природа чудесная просто. Ого. Снова нужно держаться. Очень сложно. Но ничего. Чем Мышцы это? тренируем. Не, ну реально, у нее такие панталоны голубоватые. Ой, Зеленоватого какая здесь она нет, смотри, интересная. посмотри. Да, чтобы не спугнуть, как раз вот так вот, наверное. Такая она коричневая, прям как дорога цвета. Она делает? Она себя блох чешу на руку. Вот это А what пудинг. she's doing? She's only trying to cool itself. Охлаждает. It's very hot. Ага, она себя Это она охлаждает. просто на такие упражнения делаешь, мне кажется, она вспотеет Не, больше. она наоборот себя получается обдувает, как бы. Она, видишь, она это подмышки, она, видишь, проветривает. Капец, молодец, какой Она умный же стоит, вот, животное. кстати, ветер получается ей в это. Мне Смотри, какая. интересно, может ей в тенек подсказать стать? Не, Нормально, нормально. хорошо. Боже, какие они красивые. Они совсем другие. Да, слушайте, интересные вообще животные. Обалдеть. Потрясный Тот, мир конечно, здесь. мужичок вообще такие пышный. Все такие самочки какие-то неприглядные. Это, наверное, для того, чтобы потомство, да, вот это вырастить, чтобы, ну, что на них же зариться, да? Не очень Ты красиво. бандану не одела.
Да, я знаю. Ты забыла? Нет, не знаю. Не знаю. Просто здесь можно так, конечно, спечься. У меня шляпа. Шляпа прекрасная. Ой, самочка вообще. Делающие упражнения. Да, мы так близко не подъезжали. Они либо убегали, либо мы просто не могли подъехать. Красавица, конечно. Ну, пишите, как вам, кто вам больше нравится, самец, самочка. Ну, оба мне красавцы. Самец. Он такой потешный какой-то. Оба красавцы. Он и красивый, и смешной одновременно. Вот это все. Эти панталоны голубые. Это попка. Хвостик попка этот беленький. Так у него и шея тоже голубая такая. Ой, красавица. Ой, красавец. Такие упражнения я впервые вижу у страуса, честно. Себя. Ну, как обмахивает, как веером, вилом таким. Ой, жарком и сятком, бедная. Все, уже идет навстречу самочке. Мама, интересно. У меня самочка в тень пошла, послушала мой совет и уже где-то там обмахивается. Уже где-то подальше она. Уходит, уходит. Все, и красавчик уходит сейчас. Ну вот, надеюсь, к счастью, нам переходит дорогу страус. А еще встал так красиво. Молодец. Балетный. Он из балетных. Да ты шо, грациозный. Красавчик. А ее уже не видно самку, да? Да, уже она раз, пришла. Все, и в кустах. Вот реально, где она? Все. И не увидишь ты животное. Вижу, я вижу, конечно, это надо знать. Где? Трясет, как, смотрите, как. Вот, как нужно держаться, постоянно держишься, так, так, камеру взял, вот так вот, такое, и снимаешь вот так вот. В позиции зю. Реально сложно. Ну, такая дорога, это ж вам не асфальтированная, да? Да, я покажу. Давай. Вперед уже. Сейчас, извините, смотрите, кстати. Такие уже пошли, это мы с вами забрались наверх просто. Там все внизу. Отель, ой, все доски, мы вот первый раз наверх выехали, страусы вообще вот там были, и сейчас мчим. Да, кстати, они выходили куда-то вот сюда вот. Но опять-таки, раз они зашли, все, ты страуса не видишь вообще. То же самое, лев нырнул, ты не видишь, слон за куст зашел, все. И снова мы с вами на охоте, в поисках, в этих кустиках. Должны быть какие-то интересные животные. Все, мы вместе поехали, ищем животинок. Ух ты, смотрите, погоня, зебра за зеброй. Это, кстати, другая зебра, это не Грейви зебра, сказал. Буш? Буш? Как это? Буш, как куст, наверное. Кустовая зебра. О, Марти гонит Марти. Не знаю, я надеюсь, вам слышно, потому что ветер тут будет здоров. Знаете, такой спокойный. А ты бачил, как он отбивался? Он копытами сзади. Да, я, наверное, не успела снять видео. Так один бежал за вторым, второй ему копытами в челюсть. В общем, разборки. Вчера был замес куропаток, сегодня замес зебр. Ой, эти хвостики такие. А, ну да, смотри. Еще африканскую музыку включить. Да, вот это, кстати, белые в черную полоску. Смотрите, да. Смотри, не такие. У тебя как отпечаток пальцев, как будто бы на попке, да? А цвет вот такие широкие полосы. Просто кайф. Их так, ну, многовастенько. Вот там еще дальше, кстати, они есть. Там четверо, те вдвоем уединились. Тут одна. То есть тут даже два варианта этих зверушек. Симпатичные. Вот такая красота. Красивенная такая территория, да, и ориксы. Но мы остановились, потому что они бежали, они просто мчали откуда-то. Мы думали, может, львы или леопарды, или читахи за ними бегут. Они просто мчались. Потом увидели нас, мы как бы перегородили им дорогу, и они остановились. Ну, никто за ними не бежит, видимо, не знаю, ну, странно было.
Просто они просто бежали, как не знаю. Ну и зебра на них смотрит, знаешь, странно. Ну, наверное, ничего, нет, ну, хотя бы ориксов увидели, ладно. Красивые тоже. Ага. Террака. Ну, пошли к зебрам дружить. Интересно, это мальчики, девочки. О, побежал, побежал. Так он к кому-то бежит? Может, он забияк, а не от кого-то? Это классно. Такие мощные, а скачут на точно. А, ну, лапки? Не знаю. Впереди на лапках чего-то не повязано. Красавчики. Так, представляем вам птица-секретарь. Не уходи. Сейчас, подождите, она должна выйти. Мы покажем, большая такая. Ой, красивый. Слушай, он реально как в штанишках таких, в черных. Ну, секретарь же в штанишках, в галстучке. И уходит вдаль. Красавец. У него такой клюв, как или что-то там оранжевенькое. А вот и грейви зебра, подливочная зебра. Видим разницу, да? Надо посмотреть, как она правильно, а то мы такую, наверное, ерунду рассказываем. Ну смотрите, действительно, она черная в белую полоску. Да, она реально отличается. Но я бы не сказала, что... Ну и наши друзья жирафы здесь, конечно же. Ну уши у них... Все еще сетчатые, все еще ретикулейтед. Слушай, мне кажется, уши у них разные. Посмотри, у этой такие крупные. Сейчас, подожди, это жирафов показывали. А, извиняюсь. Ой, толпа жирафов. Жирафы, кстати, многие замерли просто. Что вы тут орете? Вот она сейчас пойдет, и мы хорошо ее рассмотрим. Ну тут не может быть кота. Никакого. Ну да, кот бы уже зевру бы. Хотя, если он уже поел, да, он может лежать. Он может только позвать зебру, чтобы зебра анекдоты ему рассказывала и пятки чесала. Ага. Ну это... Ну вот она есть как лошадь. Ну лошадь выше. Большого рода. Ну может выше, но она такая тоже мощненькая. Мышцы, да, такие прям. Красавица, красавица. Да. Ну и ушки. Вот, кстати, надо посмотреть на ушки. В этой ушке такие прямо локаторы. То есть горнюни. О, Наташа заметила вид шикарный. Я уже сидела, трошки немножко устала. Ну как такое можно пропустить? Сейчас увеличиваю. Ну смотрите, какая красота просто. Кстати, это водитель остановился и что-то смотрит, смотрит даль, потом в бинокль посмотрел, говорит, вон, посмотрите, там это самбуру ледис идут. И реально 6 девушек на бинокль. Племя, племя. Ну, вы поняли, да? Они просто идут себе. Ну, с мальчишками мы купались, можно так сказать, в первом они нашем такие, сафари здесь. Они так красиво одеты, в белые. Да, но мы снять не смогли, очень далеко было. Да нет, ты что, там еле увидел. А ну, вот такой вид, такой рассказ, любуемся. Уже, конечно, вечереет, но... Много посмотрели, класс. Многое показали. Вообще классно, да? Катыш. Вообще красота. Вот такая местность для леопарда хорошая. Вот тут были деревья высокие. А для читаха не очень, но надеемся поймать леопарда. Хотя мы его как здорово показали вам в нашем видео в целом в прошлом году в Кении. Ну, хотелось бы снова увидеть такое животное. Блин, прекрасная кошка, что сказать. Смотрите, водопадик, такая красота. Сейчас еще подъедем. Надо было, конечно, вам днем подснять. Мне кажется, красиво будет. Ну, сейчас, наверное, будет красиво. Сейчас зайдем еще внутрь, там еще постоим, вам поснимаем. Наташа настояла снимать. Окей, гоу, 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 гоу. Yeah, and here stop. Yeah, here stop. Да, смотрите, что хотели вам показать. Вообще, как водопад. Водопад, такая вода, прям цвета какао. Реально цвета какао. Это красота. Все бред. Откуда оно? Ты что-то не понимаешь. Горы. Откуда? Ну, сейчас, подожди, еще переведу. Здесь как такое спокойное течение. Ну, о, красота вообще. Потом вот так переходит. Мы переезжали сегодня, почему-то они сказали сразу остановиться, но у меня была идея. Даша такая, давай, давай скажем, потому что красиво. И смотрите, просто вдали горы, деревья, вот такая саванна. Захид солнца, загорит.
красота. Да, и здесь вот такой водопадик. Реально какао. Прям стоим под ним. Такое просто. Шум, да, воды. Вперед едем. И показываем вам красоту Бафало парка. Ставьте лайки. А сейчас просто вот такой шикарный закат в Кении, в Баффало парке. Давайте просто посмотрим и послушаем звуки природы. Вот снова у нас птица-секретарь. Шанташа говорит, смотри, там птица сидит. Говорю, да не, она же стоит. Стив говорит, да, это птица-секретарь. Здоровая такая. Здоровая. Тут дерево не маленькое, она стала вообще. И ну эти штанишки черненькие. У сомалийских этих устричей. Ой, индейка хотела сказать. Страусов, да, такие синенькие, зелененькие штанишки. Вот все вот черненькие. Он пер... Или он спит, или это? Или перышки чистит? Ну, непонятно, как у него голова в бок ушла, по-моему. А там что-то разбирается с перьями своими. Ну, голову покажи. Угу. Что-то он чистит просто. Не то, что он без головы. Просто я снимаю, не могу понять, почему птица без головы. Такая, думаю, странно. Он просто в бок повернул, чистит ее. Не летает. Я же говорю, он пешком зашел просто. Так, сейчас подождите. О, ну вот уже что-то более понятное. И снова занырнул. Кто это делает? Ну, какая-то птичка еще. Не только ж секретарь есть. Ой, а это туканчик. За тукан таки чудит. Вот солнце зашло уже, да? Что, да, солнышко... Не, он чистится все еще. Солнце очень быстро. Нет. Так, дэн, секунду, все. И да, ушло. Красота, и мы так едем по саванне. Звать по джунглям, но это же саванна. Нет, ну, вот такие африканские джунгли.